Алло. Здравствуйте, это доставщик. Это лапша с говядиной? Да-да-да, верно. Я у блока 305, тут дверь закрыта. А, хорошо, я сейчас подойду. Хорошо, я здесь подожду. Спасибо. Засим, ты скоро вернешься? А? Нет. Я спустилась вниз забрать доставку и забыла свои ключи. Все в порядке. Я подожду. Угу. Иду, иду. Я спустилась вниз забрать доставку и забыла свои ключи. Моя сестра на работе. Могу я ненадолго остаться у тебя? Входи, снаружи холодно. Хорошо. Присаживайся. Вот, немного теплой воды. Спасибо. Накинь-ка это. А? Нет, все в порядке. А что, если ты заболеешь? Проект отложат. Накинь давай. Спасибо. Не знал, что ты любишь лапшу. Не совсем. Этот ресторан не очень. Но, как по мне, вкус нормальный. Это пока ты не попробовала лапшу получше. Правда? Я приготовлю тебе в следующий раз. Ты даже готовить умеешь? Конечно. Я с детства готовлю. Мне пришлось научиться, чтобы готовить для своей мамы. Моя мама очень любит лапшу. А ты поужинал? Да. Ты как, согрелась? Хорошо, что ты живешь рядом.